Ребятушки, всем привет, всех приветствую на каналчике Токсикул. Сегодня у нас распаковка гуманитарной помощи. Сразу подпишитесь, поставьте лайкосик. В конце расскажу, где и как заказать. Смотрите, ребятушки, вот такой вот чаечек у нас сегодня пришел нам. Тут еще маленькая пачечка, я так понимаю, в подарок идет. Потом вот такая кукурузка. Видите, похоже на ТБшную. Так, потом вот такой одесский паштетик. Макарошки для паста имеются. Печенька вот такое. Смотрите, рошеновская, ребятки. Пачечка. Горошек. Вот такой вот имеется. Подсолнечное масло. Своя линия. Потом, что у нас здесь? Манка. Такая 0,8 килограмма крупа манная. Сахарек. Имеется у нас. Потом, значит, здесь еще у нас, смотрите, борошно, да? Борошно. Килограммчик, да, 1 килограмм. И вот такая вот пшенная крупа. Сейчас, наверное, пшенка вообще на вес золота. Напишите в комментариях, сколько она сейчас может стоить. Я думаю, немало. Вот такой, ребятушки, пакетик. Всем добра, бабла, мирного неба над головой. Всем огромное спасибо, кто помогает. Подписывайтесь на канал, ставьте лосики, лайкосики, пишите комментарии. Делитесь видео с друзьями, чтобы они тоже могли себе заказать такую гуманитарочку. Это пакет на каждого члена семьи, ребятки. Всех обнял до хруста. Пока-пока, до новых встреч. Всем мирного неба и добра. Ребятушки, а вот, собственно, номерок, да, тот, что... И от кого пришел. Вот написано, смотрите, Зори. Садовый проезд 2/16. И вот номер телефона. Вот здесь имеется на пакете. Ставьте на паузу, записывайте. Всем пока-пока.